мастер оригами убил девятую жертву. Тело Шона Марса было обнаружено сегодня на пустыре на севере города. Ответственный за расследование капитан Лейтон Перри подал в отставку. Главная новость дня. Наконец-то полиция выследила убийцу так называемого «мастера оригами». Скотт Шелби, белый бывший лейтенант полиции, он выдавал себя за детектива, нанятого семьями жертв убийцы. Несмотря на масштабную облаву, Шелби удалось ускользнуть. Полиция объявила преступника в федеральный розыск, чтобы скорее схватить его. Привет, вы позвонили Мэдисон Пейдж. Оставьте сообщение. Мэд, это Сэм. Я уже беспокоюсь. Ты не берешь трубку несколько дней. Я знаю, как тяжело тебе пришлось, но я хотел бы помочь. Если тебе захочется поговорить, только намекни. Ладно, я перезвоню позже. Ну и что теперь? Не знаю. Уволюсь. Попробую забыть. Не знаю. Забывать будем на триптокаине? Это самое эффективное средство. Но это не решит проблему. Сейчас мне не нужно решение. Я хочу просто забыть. Это дело подкосило тебя сильнее, чем ты думаешь, Норман. Это еще почему? Все хорошо. Я переживу это. Надо успокоиться. И ждать, пока это закончится. Может и не закончится, но... Ни одна семья жертвы не нанимала тебя, верно, Скотт? Я говорила со всеми. Ты просто собирал улики, заметал следы, стирал прошлое и упивался страданиями родителей, чьих детей ты убил.
Я клялась на могиле сына, что отомщу человеку, убившему его. И я сдержу клятву.